Сегодня школьники собрались на кладбище в Завокзальном районе. Цель – привести в порядок могилы захороненных здесь героев и защитников Отечества. 13-я школа много лет назад взяла шефство над памятником, который посвящен павшим в боях за Родину. Сочинцы его называют «Алеша», как памятник советскому солдату-освободителю в Болгарии. За состоянием сочинского «Алеши» школьники следят круглый год, приводят в порядок скульптуру солдата, убирают мусор. Самые масштабные работы, как малярные, сегодня приходятся на канун праздников. Вообще все, что связано с победой, все эти акции и все мероприятия, и бессмертный полк, и любой митинг детьми воспринимается очень по-взрослому, я бы даже так сказал. И мы иногда рассчитываем на те или иные мероприятия определенное количество человек, и, как правило, приходит в два, а то и в три раза больше. В планах на ближайшие дни покосить траву на лужайке перед памятником и посадить цветы. Успеть нужно до 8 мая. В этот день, по давней традиции, ученики 13-й школы собираются возле Алеши на митинг памяти в честь Великой Победы.